А давайте мы расскажем, откуда этот подарок. Он у нас приехал из Литвы, Клайпеды, где... Где наша солистка Ирина Красничук заняла первое место «Янтарный микрофон» и выступала с живым оркестром Национального государственного оркестра с прямой трансляцией Вильнюсского государственного симфонического оркестра. Ничего себе, вот это новость. Поздравляем Ирину и желаем ей в дальнейшем еще больше успехов. Аплодисменты Ирине Красничук. Ирина, надеюсь, ты нас слушаешь. Конечно, он сидит в школе сейчас, тайком держит наушниках и делает вид, что делает какие-то конспекты. Но мы прервемся и вскоре обязательно вернемся. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.